Недавно ехал в общественном транспорте, и впереди меня сидела молодая пара, такая лет по 19, по 20. И я стал случайным свидетелем, как она совокупляла ему мозг, прямо в автобусе, не стесняясь. Он пытался там срезать острые углы, но это все так нелепо выглядело, но это полбеды. Она, по всему видно было, что не добравшись до пункта назначения, выскакивает из автобуса, и этот дебил выскакивает за ней. Дальше я не знаю, что с ними было, я хочу обратиться к пацанам. Вы что, ебанулись что ли? Вы зачем бегаете за этими курицами? Убежала от своего мужчины, все, давай до свидания. Вы должны понимать, что это не ваш годовалый ребенок, за которым нужно бежать и сопли вытирать. Это уже осознанная личность, если она в здравом уме порит такую дичь, ее нужно посылать куда подальше. У нее будет столько мужиков, сколько вам пельменей за всю свою жизнь не съесть. И все они будут абьюзеры. Я хочу также и к отцам обратиться. Отцы, учите своих сыновей, чтобы они не были вот такими дебилами. Пусть они, все, эти телочки идут по рукам, им туда дорога.